Жон просто идеальный. Цвет такой красивый, камера не передает. Ну что, привет. Добро пожаловать. Жаль, что у меня на тебя сейчас пока нет времени. Жди меня дома. Ну что за красотки тут в лифте у нас? Ева, маленький мой. Целое утро нервничала. Дё, к папе сейчас поедешь, да? Маленький, лежит такой, провожает меня, да? Как освежает, да, этот свет просто нереально. Девка, мы с тобой мечемся. Так, еду в аэропорт. 3 дня хожу с такой длиной, и кто видит меня, всегда, что так хорошо. Вам как больше нравится? Такая длина или длинная? Голосуем. Маленький. Да, я тоже скучать буду. Вот как они чувствуют все просто. Вот как они все чувствуют. Со вчерашнего дня нервничают. К папе сейчас поедешь. Ой, самый вкусный мокрый нос. Люблю. Подсветка прям под мой костюм. Главное, чтобы укладка придержалась, потому что она такая, знаете, легкая, не очень зафиксированная на расческу. Я в аэропорту. Ну что, добро пожаловать. Давно что-то я не улетала. Многие написали, что серьезный ответ, куда я лечу. Лечу работать, но работа будет завтра. А сегодня я совмещу приятное с полезным. Обратите внимание на демонстрацию. Она умеет расставлять приоритеты и формировать свой график идеально. Какую я погоду привезла в Санкт-Петербург. Вы сейчас просто обалдеете. Светит солнце, хотя обещали дожди. Питер, привет! Прекрасный Невский. Какое сегодня красивое небо. Даже пробки красивые. Родной город, привет! Пробки такие, даже отвыкла, что в Питере такие пробки. Тут специфика такая, что Невский, он один. И никуда нельзя, вправо-влево, все, не доедешь. Поэтому все стоят смирно на Невском. Но вроде успеваем. Так, ну все, я успела, приехала. Мы сейчас в кафе легендарном, Елисеевский. А сейчас пойдем. Привет, мамуль. Привет. Обожаю. Ну, мы уже просто поздоровались за кадром. Мы идем в театр. На комедию Островского. Не на комедию. Это не комедия. В театр комедии. В театр комедии имени... А это не комедия? Так и «Бешеные деньги». «Бешеные деньги». Но это не комедия. Нет. Это очень глубокий спектакль. Mm-hmm. Классика. Классика. Идем на Островского. «Бешеные деньги». Но я не была на этом спектакле. Не была. У нас уже такая традиция. Мы в Москве ходим в театр. В Питер я приезжаю, ходим в театр. А потом пойдем в ресторан. Всем шикарного вечера. Так, ну что, мы посмотрели первый акт, идем на второе действие. Какие эмоции могут? Ну, интересно, интересно. Ну, просто я люблю артиста, я иду на артиста всегда. Главную роль, которая играет. Да, да. Артист хороший, высокий, мама, у него рост. Ну, это не основное достоинство. Да, но мы смотрим потрясающую, ну, не назвать это, правда, комедию, но хотя юмор есть, такая больше сатира. «Бешеные деньги» Островского. И вот, собственно говоря, все читали. Бежим, все читали, но одно дело читать, а другое дело смотреть. Все, мы побежали на второй день. Браво! Ну что, мамуль, ну-ка покажи, что за цветочки, что за цветочки. Что ты только что сказала? Боже мой, а Рамс знает, как встречать женщину? Спасибо, Ромчик, спасибо, Масюль, спасибо. Ну все, ну что сказать, спасибо. Так, ну что, сразу после спектакля
который нам очень с мамой понравился. Мы приехали в новое местечко. Но для меня это новое, а место открылось в Питере летом. Ну, только новое относительно. Называется Роза Бар. Вот, я здесь еще не была. Здесь уже был Арам, он нас ждал. Потому что мы думали, что спектакль будет идти 2 часа, он шел 3. Так что изучаем новые постановки и новые места. Ну, а сегодня еще пятница. Мамуля, ты когда домой едешь? Мне кажется, что завтра. Меня тут балуют. Очень красиво. Спасибо. Спасибо большое.